Бессмертный полк снова в строю. Анапчане пришли отдать дань уважения освободителям. Среди них были жители разных городов и республик СССР. Сурен Аракелян из Армении, когда закончились гранаты, бросился на амбразуру Дзота. Дмитрий Калинин из-под Нижнего Новгорода возглавил небольшой десант разведчиков. Это был отвлекающий удар, и бойцы об этом знали. Не так давно поисковики восстановили историю подвига летчика Николая Лебедева. Во время боев за Анапский район он направил подбитую машину на эшелоны с топливом и боеприпасами. Благодаря поисковой работе, конечно, ширится бессмертный полк. Он растет и шагает по всей России. Мне хотелось бы, чтобы мы были достойны славы нашего старшего поколения, благодаря которому мы сегодня живем, любим и можем строить нашу жизнь. Враг пришел в Анапу в сентябре 1942 года. За это время в городе и окрестностях сформировалось партизанское движение. В его рядах сражалась Катя Соловьянова. Расплата пришла через 13 месяцев. Иван Ищенко воевал на штурмовиках, предвестниках большого наступления. В день, когда в город вошли советские войска, уже работал по целям в районе Керченского пролива. Поставилось плацдарм, немцы ставили, да. Косачушка есть такая. Вот на этот плацдарм решали там добивать немцев. Радость, конечно, для меня радость. Память своих товарищей, которые лежат тут в море, в проливе. Вспоминаю, как они воевали. Глава города Сергей Сергеев отметил, что на ежегодные торжества приходят все больше и больше молодых анапчан. Он призвал их помнить историю подвигов освободителей, а также посещать места воинской славы. По его мнению, сегодня день освобождения становится важной вехой в истории жизни города-курорта и объединяющей датой. Патриотизм сегодня – это действительно национальная идея. Мы сегодня живем мирно. Выборы в прошедшее воскресенье депутатов Государственную Думу Федерального Собрания показали нашу сплоченность. Я хочу всех, пользуясь случаем, поблагодарить за то, что Анапа показала себя с самой положительной стороны. И я уверен, что и сегодняшнее мероприятие даст толчок к развитию нашего любимого города. К мемориалу возложили гирлянду славы, венки памяти от губернатора, депутатов законодательного собрания, главы и городского совета, а также от различных ведомств. Очередной этап пройден, а начало новой истории было положено тогда, в 1943 году. Город был разрушен практически до основания, но менее чем через два года первые здравницы курорта приняли фронтовиков.